Всем привет, друзья! Я вам напоминаю, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. Елена Ермакова – это я. Сегодня мы попали в лес, решили проехаться. И я вам хочу показать, передать не могу эти запахи. Все везде пахнет весной и прелестно. А я вам хочу показать один прекрасный способ от кашля. Когда-то мы готовили его, вот видите, вот эти вот... почечки, это уже не почечки, маленькие шишечки. И здесь есть, вот еще есть пыльца. Сейчас покажу. Видите, желтенькая остается, желтая пыльца. Я беру вот эти шишечки, засыпаю их сахаром. В течение 7 дней оно стоит в темном месте. И получается прекрасное средство, вот этот сиропчик от кашля. Замечательное средство. У меня ребенок болел когда-то бронхитами. У нас были постоянные бронхиты. И вот этим средством, ну еще и морем, понятно, массажами, морем. Вот этим мы и спаслись, вылечились. Может быть и выросли. Не буду этого утверждать. Но вот видите, какие прелестные шишки. И получается замечательный сироп от кашля. Вы готовите такой сироп и потом по десертной ложке 3 раза в день. Оно и вкусно, оно и очень приятно. Вот такие вот прелестные. Ну, лес замечательный. В лес рекомендую ходить. Это прекрасный антистресс. Это прекрасное оздоровление всего организма. Послушайте, как поют птицы. А запах, запах прелесть. Мы как раз сейчас в хвойном лесу, и здесь запах хвои. Как раз все проснулось уже от зимы и начинает буять. Прекрасно. Вот такие вот, все везде цветет. Но самое главное, ради чего мы поехали, это вот это сделать лекарство от кашля. Вот какие стоят свечки. Красивые, как свечки. Музыка леса. Все поют. Это такой релакс. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Кто еще не подписался, кто подписался, задавайте вопросы, спрашивайте. Что бы хотелось вам увидеть, обязательно вам покажу и расскажу то, что знаю. Всем хорошего дня. Полянка ландышей. Здесь такой запах, если бы камера передавала, я бы вам... Ну, вы представляете, это поляна, это целая поляна ландышей.
мы их пофотографируем и поедем. Будем надеяться, что дождик придет, да? Надо дождя. Надо дождя. Маслят. Маслючок. Хвостик уже кому-то оставила. Малышка. Или оставил. Оп. Норка, наверное. Там твоя норка. Да беги, беги, я тебя только сфотографирую. Да. Смотришь на меня? Ну. Все. Опа. Вперед. Беги, дружочек, беги.